у нас тут понять и простить, да? Да. Помните, мы суши какие заказали в фарфоре? Давай, откроем. Давай. Аккуратненько. А что это интересно? Я не знаю. Внизу чёрненько. Давай. А, это фарфор. Валер. А что это? Открывай, аккуратно. Мы тут заказали. Вот это два салата. Суши. Цезарь. Правильно? Да. Вот это сет. Понять, простить. Соевый соус, палочки. Так, Настя, не надо на край. Будем принимать и прощать. Вау! Мои любимые. О, смотри, какие. Мои тоже любимые. Дай-ка я сфоткаю. Моих нету. А так. Здесь соба. Соба? Собака, ба, соба. Собака. Соба, саба. Настя, на пиццу пока можешь открывать. Это пепперони же пицца, да? Да. Наш любимый. Да, это ваш любимый. Пепперони вам взял. А это чизкейк шоколадный. Я говорю, а где чизкейк? Там нету у вас. Ну, как мне это говорю, у меня все должно быть. Уже нету, и да? Если ты так не переворачивай, ты что смазываешь? Он давай. Падает, да. Вот так ставь и открывай. И это... Посмотри, да, там памятка стоит, чизкейк. О, чуть не забыли. Опять чуть не накосячили. Не завались, ну. Опять хотели прощения просить. Ну, нет, давай сначала мы поедим пиццу, а потом здесь сладкое. Она вон какая. Во, моя вкусняшка. Давай, вот это уберем. Настюш, давай кружечки. Хороший отзыв хочешь все оставить? Ой, все, вкус, конечно. Я всегда хороший оставлял. Первый раз такой не был. Это ты заказал за чизкейк? Это мамина. Да? С белой, да? Да? Стой. Убери ручку, пожалуйста. А вот так можно. Во. Да. Ой, все. Вот ну, запах не такой прикольный, да. Мама. Как мои водоросли такие. Давай вилочку. Он просто... Мама, это лапша ты всегда со мною рядом. Дай вилочку, пожалуйста. Настя, чё, Настя, чё, Настя? Я не помню уже, как чизкейк выглядит. Ай, да, хочешь попробовать? Да, я хочу. Это у меня с чем? С говядиной. И сливочный соус, кимчинды. Она разрезана. Подожди, давай я попробую, острый или нет. Вот же, она разрезана или? А. Что, надо было тарелочку? Mm-hmm. Вкусно. Как картошка твоя. Остренькая. Вот. Чуть-чуть. Будешь, Настя? Mm-hmm. Или за... Mm-hmm. Не будешь? Mm-hmm. Я бы вам оставила. Я хочу вот так размешать. Вот мои кружечки все. Я себе заказала, у Валеры по-любому вкуснее. Чего? А так всегда. Если заказываю что-нибудь невкусное. Не, ну мне нравится. Пицца. Тоже понятие простить. Пепперони вкусная, да? Девчонки нас любят пиццу пепперони. Вот горячий, как по-другому все кушать, да? Папа, молодец! Сразу, когда ничего не перевезли, он такой, давай тогда пиццу, чизкейк. Нет, это они сами мне. А, предложили? Да. Ну, салатик-то, наверное, будете, да? Точно будем. Это вкусный салат. Mm-mm. Цезарь. Пицца не едет. Я так и знаю, что это цезарь. У меня что-то такое цезарь, может быть, это. Mm-hmm. Дай у тебя попробовать, ты у меня попробуй. Прикольно. У тебя острая? Mm. Намотай побольше сыть с овощами. Я с овощами много не вкуснее. Хочу. У меня такие же овощи. Ой. Ничего вкуснее. Ну, хочешь, я тебе свою отдам? Нет. Я эту белую пойму. Вот это более плотное. Мы первый раз такое заказали. Хотя, может, давно уже и заказывали, я не помню. Что-то мы такое заказывали. Имели я и такое кушал. Да. Это первый раз.
А мама по-другому была. Вот это вкуснее. Валер, тебя подозрительно так, вот так не смотрели. То, что ты... Нет. Мам, помнишь? Я вот так вот, когда... отрывала колбасу. А ну что, попробуй. Ну, у тебя лапша какая-то. Я вот так вот прям бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот это вкусно у них. Ну, это тоже у тебя вкусно. У тебя прикольный соус. Ну, хочешь, я тебе дам? Нет, не хочу. Острая. Сладко-острый соус. Угу. У тебя поострее мне. Поострее тоже прикольно. Да, да. Какой цезарь красивый. Да, будешь это кушать? Без раньше. Мам, у тебя помнишь, когда я вот так вот целовал? Прям бам-бам-бам. Да? Или за колбасу съест? Только папе оставила колбаску. Вот это можешь не есть уже. Одежда ест. Конечно. Не ешь тесто, или тебе нравится? Если нравится, кушай. Настя, ты спицы ешь? Угу. Чтоб сытнее было. Вот, нормально. Они прощения попросили, да? Ну. Прощаем? Прощаем. Угу. Фарфор. Угу. Цезарь клевый. Если он такой этот. Наггетсы. Свежие овощи. Вот так вкусно кушать стало, когда горячее. Ну, конечно, вода. Вот даже помидор колеса. Потолок. А что мой хлеб не кушаешь? Ну, его еще не вскрывали. Как это? Я вчера отрезала, да? С молоком пила. Mm-hmm. Да, я тоже хочу. Хлеб. Давай съесть. Отрежу. Давай. Ну что, Элиза, скажешь? Все вкусно, да? Конечно, это то. Все, что ли? Вот, если вкусно, если аппетитно, значит, просто один и все, наелся. Да. Гениальный чел, да? Угу. Девочка. Такой хлебушек у меня классный получился. Можно попробовать? Конечно, можно, мамин хлеб. Черный, как папа любит. Да. Да. А он сам полезный черный считает. Да? Вообще, да, хлеб. Пап, ты будешь пепперони? Нет, кушайте. А ты, мам? Mm-mm. Нет, все съели. Ты, Лиза, не будешь пепперони, что ли, больше? Помочь тебе? Дай папа откроет. Там оно сложно открывается. Во, какой чизкейк! Садись, что ты с Настей поделись пополам. Я не хочу. Не хочешь? Мама будет. Ой, наш... он прям шоколадом вкусно пахнет. Мама будет, наверное, вот так половинку отрезать. Нет, пусть кушает. Иди челку и Лизу заколи. Это просто как будто бы заколи. Острый очень. Садись. Валер, тебе два хочешь этих съешь. Попробовать? Я суши вам поем. На, вот это покушай. На. У меня во рту уже остро просто. У тебя послабее острота вот эта. Ты хочешь лапшу? На, здесь вообще остроты нету. А тебе понравилось? Мое. Угу. Она поострее, я же люблю остренькую. Ага. Ну, она такая, это, у тебя, ну, я много не буду есть, пару ложек, все равно тебе все доедать. Я же просто гречичную люблю, поэтому попробую гречичную. Нет, да я вот одну вилочку. Я лучше вам роллы свои, любимые, кушай, запеченные. Кушай, все мамуле кушай. Мне прикольно, мне нравится вот такая тоже. Мам, да? Сразу говорю, чизкейк очень. Да возьми ты ложечку. Зачем ты так его кушаешь? Ложечкой возьми и ешь. Нормально сядь. Чизкейк очень сладкий. Ну, конечно. Вы же сами шоколадный выбирали.
Вкусно. Ну вот всегда у них так было, это вот был инцидент такой. Хочешь попробовать? Нет, я пока такое ем. Ешь. Ты бы лучше еще кусочек пиццы съела, чем чизкейк. Еще кусочек, то Настя все съест у тебя сейчас. Не хочешь один, что ли? Мне нравится больше домашняя пицца, где все-все накидано мясо. Угу. И ты помидор. Мне вот это и домашняя не нравится. Домашняя очень вкусная. Угу. Ну, пепперони в этот, не знаю, девчонкам нравится тоже пепперони, да? Вы тоже любите? Ну, и ну да. Угу. Я что, не люблю пепперони, потому что это... Там только одна колбаса и все. Все наелось? Угу. Чизкейк не, чизкейк не доела. Настеньке оставила. Буду кушать. Вот это роллы от души, так от души, да? Угу. Идеальные. Просто... А это с чем? А, ладно. Да, ты разберешься. Все, наелась? Да. Теперь я русский сделаю сейчас. Там вообще легко. Илисочка, ты можешь открыть мне, пожалуйста? Легко? В родном. Да. А что там по родному языку? Там просто мы сейчас проходим, как правильно разговаривать. Mm-hmm. Там класть или положить нужные слова. Mm-hmm. О, это к маме тебе. Yes. Ага. Мама, а уже так все сформулировала. Угу. И сейчас я знаю, как все это говорить. Там же... Да, ну ладно. И сейчас еще и Лиза, когда папа приехал, вот я когда все сказала, там уже папа приехал. Да. Вот русский. Вкусный, свежий, да? Угу. Салат, все. Обалденно. Очень вкусно. Я. Ага. Так ты мне откроешь палочки. Может, они сказали, я тебе нужно жалоб сейчас сделать на руку. Нужно уже. Нет, этот. Написали в комментарии. Билет, подай мне. Я знаю, почему. А, Валера такой дотошный, потому что он в администрации работает и смеется. Ну, смешной смайлик. Я говорю, да, администрации повезло то, что Валера там работает. Ладно. Доставать мусор, да. Ладно. Нет, я до этого же такой был. Помнишь, йогурт купили? Ага, заставил. А мне людей жалко этих уже становится. Уже этих диспетчеров в Билайне жалко становится. Один раз йогурт купили. А, я не беременная была. Беременная? Беременная была, там в магазине купили сзади дома. Он просроченный оказался. Там сеть магазинов. Валера пошел. Почему вы продали? И те что предложили? А, тут ты давай что там? Я сейчас Роспотребнадзор. Нет, я говорю, зачем продали? Она мне говорит, отдай его сюда. Я говорю, не отдам. А ты же чеки брала. Да, у меня привычка чеки брать. Помоги, пожалуйста. Отпусти. Ой, какая молодец. Умница. Да. Чеки брать. И там, пока ехать, смотрим, просрочка. И все, отдай. Я говорю, не отдам. Давайте мне начальник директора кого нибудь. Не-не, мы сначала чек не стали брать. Мы не взяли чек. Потом ты взяла, говорю. Взяла? Ну, наверное. Да. И все, и что, там начальница пришла? Я в машине сидела, я не лезла. Нафиг, думаю, пусть ее сам разбирается. Нет, она не пришла. Созвонились, и они на понедельник, что ли, встречу назначили. И все. Ну, я в понедельник пришел, они... Она мне говорит, ну, давайте поменять... Не надо, говорю, мне менять. Давайте... А, я говорю, в Роспотребнадзор позвоню, и все. Пусть вас, говорю, это что это такое? Угу. Я говорю, жена беременна, не дай бог бы съела что-нибудь, плохо стало, но... Где-то... И все. Она... Первый раз, говорит, такого наглого вижу. Я, ну, то, что сейчас позвоню, говорю, туда-сюда. Так тебе 24 года же было.
Тебе 28 не продавали. Мама. Паспорт просили. Мама. И это. Молодец. Я мусорку. Поменяла, да? Угу, молодец. А эту вот сюда. Угу. Так сказать, грамотно подкованный же был. Все равно знал. Угу. Законно и все. А там же сеть магазинов. Это вообще страшная, короче, история. Ладно, что хоть. Давайте вы говорите, на сколько надо? 2000 что ли продуктов наберете здесь? Угу. Я говорю, мне не надо в этом магазине продуктов. Тем более, говорю, я что, умереть хочу, что ли? Она говорит, ну давайте алкоголь вам дорогой. А я не пью, говорю, жена. Ну что вы, денег дайте, говорю. И все, я вам чек отдам. Сколько она денег дала? Я не помню сейчас, но сколько. Не 5000? Ну, что-то такое, да, дала она. Ну, а что там штрафы от 50 были? И все. Жена беременна, вы что, попутались? Не, Алвин, они туда чуть ли не 200% стоимости закладывают, да? Ты законопослушный вот гражданин, да? Сейчас бизнесмены, у кого есть магазины. Нет, я же как бы... Как тебе объяснить-то? Я же не хожу специально там, вот надо докопаться. Именно по факту вот пришло. Почему я должен кому-то? Ну, сейчас же и блогеры, по-моему, есть такие, ходят, просрочку ищут, но тоже выкладывают. Это уже они это... Специально. Специально, вредность. Да, провоцируют, а это же это все равно как-то. Угу. Не, где-то бывал я, ладно там. Помнишь, рыбу в Байране, ладно, поменяли, и все, нет, ничего. Я помню, я смотрела видео, где... У девушки и у ее подруги кот умер из-за того, что она не дала вот из одного магазина неправильную еду, она была просрочена, из-за этого кот умер. Он был отравился, после, да? Да, после операции. И потом они с подругами пошли вот искать всю продукцию. Да. И у них все было просрочено. Не знаю, как еще. Мам. А вот будет же брат обычно кладет книги на полку. Или складывает. А там только слова класть и положить. Все, значит, молодец. И в мегаполисе раньше. И мегаполис. Там я засушит чисто. Там вот реально, где я правильно делал. Ой, я тебе просто рассказала все эти секреты, Валера, быстренько. Ну там, да. Вычислил и давай пользоваться. Мне говорит, роллы зачем вы принесли такие? Мне как на картинке. Ну, Алвин, извини, там стоимость совсем другая. Ну тогда там дорого было, это, да. Ну и обслуживание должно быть соответствующее. Угу. Это я чисто из-за этого же. Угу. То игры сэкономят. Валере купоны там давали в мегаполисе. Час-два часа боулинга бесплатно. Я работала официанткой в этом мегаполисе. У меня у самой было много этих купонов. Подходила там у знакомых официанток, просила, если у меня нету. И вот, ходили. Нет, есть же вот эти, ты говоришь, блогеры, они же типа снимают специально, провоцируют. Ну, это контент, да. Это они контент делают. Я же не такой, я же просто... И то, если бы я сытый был, я бы, наверное, вчера и это ничего бы не стал. Именно то, что такая ситуация. Ты вкололся. Голодный, ты был злой и голодный. Да, еще вкололся, и я же понимаю, что мне сейчас плохо будет. Тебе еще плохо становится. Да, вот из-за этого. Вот сейчас вообще отлично, все вкусно. Сейчас все я ништяк. Такой забубенье отзыв хорош. Мне еще промокод дадут. Да? Это хороший отзыв, да? Угу. Было такое? Давали мне постоянно. Да? Я себе решила вот эти баночки оставить. Салат еще Цезарь мы не доели. Но посмотрите, какие классные. Какие они удобные. Догадайтесь с первого раза, для чего они мне нужны. Здесь Элиза у нас чизкейк не доела. Я же лобелию всегда семена отсажаю. Там как раз нужно что-нибудь с крышечкой. И как будет здесь удобно. Я вот в них посажу, а потом по баночкам рассажу. Сейчас чизкейк уберу. У меня вот здесь вот самая-самая верхняя полка на кухне. Как раз моя рассада. Не рассада, а там банки. Сейчас там посмотреть, что у меня вообще есть. Так, вот в такие я сажаю огурцы, дыню. Тоже очень удобно. Вот надо будет стаканчики еще пособирать. Лобелию тоже. Петунью сюда же можно. Ой,
Вот, и хорошо. Так что уже пора начинать копить все эти баночки, все эти скляночки. Потому что дело к весне. Все, ждем весну, ждем весну. Только картошку докопали. Девочки у нас сегодня изъявили желание спать здесь, да, вместе с кошками. Надо расправлять постель. Завтра с утра я пойду с папой в больницу. Надо будет анализы сдать. Ну, просто посмотреть, как кровь, мама, как чем. Как тебе? Здорово, классно. Давайте несите пледы свои, одеялки свои. Раньше, когда Настя с Элизой были маленькими, у нас диван стоял вот здесь в углу. И спали. А потом мы диван то сюда, в этот угол ставили. Эту стенку освобождали. Телевизор мы вот так ставили. Потому что здесь нам почему-то что-то не хватало. Потом в итоге самый удобный вариант — это вот здесь дивану этому стоять. Ну, уже диван вообще жуть весь ободранный благодаря вот этим вот зверькам, хулиганкам. И вот уже спали они. Они спали на первом этаже, потому что туалет был рядом, они на горшок не ходили. А ночью Лиза с маленького, совсем была еще малышка, малявка, с маленького просыпалась, если в туалет хочет, то шла в туалет и обратно в кровать по лестнице, потому что было страшно. Помнишь, Элиза маленькая, ей было 1.5 годика, она проснется, в туалет сходит, а я спокойно, мы спим на втором этаже, да, и девчонки у нас здесь спят, они телевизор включали и быстро засыпали. У нас вообще Элиза самостоятельный ребенок. Я тоже. Да, с самого детства. Ты-то, конечно, но... Я, да? Ну нет, тебя-то приходилось качать. Сейчас, рекламная пауза. Поставь на стоп. И Элиза... Когда родилась у нас Элиза, она спала? Да-да-да. До обеда. Один раз. Один ночью раз. Вставала, не боялась, не кричала. Пойдет к маме ляжет, к папе ляжет, и лежит, кайфует. Да, но папа... с маленького, когда она первое время, я ей возле кровати оставляла горшок, а потом забыла и услышала ночью, как она проснулась, пошла в туалет, свет включила или не включала свет, не знаю, в темноте. Она в темноте, она свет не включала, ничего, она в темноте, как это, как кошка видела у нас, мама, Элиза. Такая. Да, она пройдет. Вот, Фроська, это Элиза просто. Настоятельная жена. Маленького, да, вообще. Да, это я по-настоящему, вот как же кусала. Вот с ней ляжешь спать на одной кровати. У нас такая кровать. И она такая... Да. Я на краю лежу. С моей дытечкой лежу. Но единственная Элиза у нас не хотела с маленького у бабули оставаться. Ей мама вот, нужна. Она как уток. Я как курица с цыпленком. Элизу никуда, никуда. Вот она либо с Настей, да и сейчас. Если Настя остается, тогда и она остается у бабуля. Сразу же, а Настю, да? Да. Мам, помнишь на заставку, я Настя такая. Да. Хочу сумочку, хочу. И вот поэтому с Элизой у нас вообще не было. Настя, она, мы неопытные были. Настя-то нормальным была ребенком. Сама это говорила, мы. Живо говорю. Сама я тоже, да? Сама. Ну, качу только маленькую. А вот моя песня любимая, это Лука Кэтва, короче, Мэнна. А напомни себе за Зу, и я твой пау, пау, пау. Ты чего? Бум-бум-бум-бум-бум. И это. Рекламная пауза. Поставь на стоп. Музыкальная пауза. И по поводу Р. Звука Р. Мы, как я до этого тоже разговаривала, рассказывала. Ну, возможно, это новые подписчики задают вопрос, рекомендуют. Опять хвостом ты
Лиза у нас ленится все равно стараться выговаривать. И мы вот до весны решили то, что мы пока сами, а летом уже, летом мы будем спокойненько ходить. Настя уже не будет в школу ходить. Можно в весенних каникулах посмотреть. Но весенние каникулы, они же недолгие, чтобы к логопеду. Вот, и уже летом будет спокойно, будем спокойно ходить и учить, да, звук «р». Да, Элиза? Логопед будет заниматься, так что... Нет, не логопед. Ну, ты сама не хочешь, ты ленишься. Что? А логопед тебе поможет. Он, наоборот, тебе помочь хочет. Вообще лентяйка, в детский садик не ходит. Мам, сейчас я расскажу переписку одну. Потом расскажешь. Нельзя это статья вообще-то. Какая? Потом расскажешь, я же видео сниму. Ладно, сейчас девчонки, в общем, расстилают спать, будут здесь. Сумочку хочу, хочу. А завтра мы с папой с утра, Валерия надо будет сдать анализы, и я уже там тоже на подхвате ЭКГ хочу тоже сердце проверить, потому что я последний раз все это проверяла, когда Элиза была беременна. Все, больше не проверяла. Мам, вот когда вы же оставили нас одни дома, теперь ты уверена, то, что можно оставлять нас? Нет, я все равно не уверена. Почему? Переживаешь ведь, конечно. Лиза вон кричала, плакала. Ну, из-за... Из-за пустяков. Да. Так, мам, всегда. Давай, не снимай, я тебя... Да, ладно, все. Всем пока-пока. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пута-та-на, пута-та. Всем пока.